Прогноз погоды представляют премиальный пальто-центр «Лилу» и компания «Формула окна». Компания «Формула окна» – это холодное и теплое остекление, витражные и фасадные системы, отделка под ключ. Успевайте! При заказе теплого остекления теплый пол в подарок. Премиальный пальто-центр «Лилу» – финальная скидка 50% на все пальто из шерсти альпака. Магазин «Лилу» в стиле модного города. Всем привет! Прогноз погоды – дело сложное. Метеоявление и природа – живой организм. Сотни факторов, которые постоянно меняются. И если прогноз погоды не сходится, обычно это грустно. Но не в этот раз, потому что в начале недели синоптики обещали нам прохладные и дождливые выходные, но посмотрите, как все переигралось. Завтра плюс 25 градусов, что не может не радовать лично меня. Никаких осадков и спокойный ветер. В воскресенье примерно такая же температура, плюс 23, но уже возможен небольшой кратковременный дождь. А в понедельник снова без осадков и плюс 24. Но если погода также резко поменяется, но не в лучшую сторону, вы должны быть готовы. Пальто в центре «Лилу». Финальная скидка 50% на все пальто из шерсти альпака. Ну а наш эфир продолжит добрая рубрика вместе с собачьим приютом «Поводок» фонда «Вольное дело». Мы рассказываем про питомцев, которым очень нужен новый дом и любящие хозяева. Всем хорошей погоды. Пока.